Друзья, всем привет! С вами Мужская Кухня. Сегодня готовим скумбрию на углях. Сегодня я покажу два самых классных маринада, очень быстрых, очень вкусных. Будет два вида шашлыка или рыбы на углях. Поехали, начинаем. Обязательно досмотрите до конца это видео, чтобы посмотреть, как же все-таки, какой результат у нас получился. Ну, конечно же, подпишись на канал, если еще не подписан, и ставь лайк. Начинаем! Для того, чтобы нам замариновать нашу скумбрию, нужно в первую очередь, понятное дело, снять с нее филе. Для этого мы берем нашу скумбрию. Все будет очень просто. Скумбрия у нас немножечко еще такая не до конца размерзлась, для того, чтобы удобно было снимать филе. То есть здесь за плавником нож ставим под углом к голове, прорезаем до хребта, разворачиваем нож. И вдоль хребта снимаем филе. Вот таким вот образом. То же самое делаем с этой стороны. Вот так. Значит, здесь у нас остаются такие штуки, которые мы тоже, в принципе, аккуратненько убираем ножом. Вот такая филешечка получается. Рыбу мы подготовили, сделали такие красивые филешечки. Значит, сейчас будем мариновать двумя способами. Маринад номер один. Нам нужно немножечко петрушки, два зубчика чеснока, лимон, соль, перец и оливковое масло. В принципе, все. Значит, что нужно сделать? Мы это будем все перебивать в блендере, поэтому здесь немножечко измельчаем вот так, буквально такими кусочками петрушку. Измельчаем так же само такими кусочками. Нам сильно не надо, в блендере все перемелится. Два зубчика чеснока. Сюда. Значит, сюда добавляем цедру лимона для аромата. Буквально вот цедру только. То есть только вот эту желтую часть нам нужно. Ну, так, достаточно. Значит, сюда добавляем еще обязательно соль. Где-то столовую ложечку. Добавляем немножко перца. Добавляем оливкового масла, пару столовых ложек, и добавляем сюда еще сок лимона. И все это перебиваем в блендере. Вот такой вот получился у нас составчик. Запах обалденный, ребята, очень вкусно даже так. Это мы сейчас уберем. Значит, берем наши, ну, здесь у меня 6 скумбрий, 12 филешек. Сделаем ровно пополам. Значит, делаем 6 филешечек сделаем в этом маринаде. И 6 сделаем в другом. 3, 4, 5, 6, 6. Естественно, как вы поняли, заливаем это все нашим маринадом. И втираем, растираем, покрываем полностью, значит, маринадом. Значит, делаем второй маринад. Для него нам нужно чайную ложку кориандра, высыпаем, чайную ложку, даже там 2 чайных ложки паприки сладкой. Значит, понятное дело, нужна соль, тоже где-то столовую ложку, больше не нужно, чтобы не пересолить. Немножечко черного перца, все по чайной ложке. И немножко для пикантности добавим перца чили. Ну, тут по вкусу, тут пол чайной ложечки. Добавляем оливковое масло, ложечку 2, и тоже сок лимона.
Только косточки желательно все подоставать. Есть. Все это тщательно размешиваем. Получилась однородная смесь. Перемешаем. Чтобы все компоненты смешались. Вот таким вот образом. И погружаем сюда нашу скумбрию. Теперь все тщательно обваляем в этом маринаде, чтобы каждый кусочек обмакнулся и пропитался. Оставляем все примерно на 20 минут. Пока сейчас запустим наши угли, запустим наш мангал. Пока угли разойдутся, минут 20-25. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы скумбрия отлично промариновалась. Поехали, ставим угли. А пока будет расходиться угли еще параллельно, мы еще приготовим отличный салат. Простенький, незамысловатый, но который подойдет как гарнир. Просто обалденно и идеально подойдет под нашу рыбу. Начинаем. Добавляем зелени. Здесь у меня немножечко петрушки и хороший пучок базилика. Сделаем еще одну закуску к нашей рыбе, да? То есть возьмем такой багет, разрежем его пополам. Здесь все традиционно. И возьмем и подсушим его на углях. Рыба наша промариновалась. Салат готов, гренки готовы. Осталось совсем чуть-чуть. Жарится она будет порядка 10 минут, 7-10 минут, не больше. Но сделаем мы это таким способом. Значит, вот этот вид рыбы мы будем делать в виде шашлыка. Для этого мы его плотно смотаем в рулетик. Так, старайтесь плотнее. И надеваем его на шампур. Вот так. Вот таким вот образом. А эту скумбрию мы с вами пожарим просто на решетке. Угли должны быть уже седые, покрыты пеплом седым, для того, чтобы ставить, чтобы жар был небольшой, не высокий жар. Чтобы рыбка жарилась на медленном жаре. Ну что, вот и все. Наш шашлык из скумбрии готов. Я уже смотрю, это так аппетитно, ребята, обалдеть.
Сейчас попробуем обязательно, потому что она-то разная получилась. И мне очень интересно посмотреть, как это получилось. Ну, как вы видите, да, то есть багетики подсушили, сюда сделали салатик. Я очень хочу это попробовать. А пробовать, как вы понимаете, это надо вместе с салатом. Тогда это должно быть невероятно вкусно. Попробовать вот так сверху. Бутерброд такой замастырить. Посмотрим. Это очень вкусно. Тут же руки грязные. Блин, насколько я к скумбрии относился так прохладно, но это мне очень понравилось. Попробуем эту. Это другой рецепт. И здесь она должна играть по-другому. Да. Это другой, другие краски. Это играет по-другому. Но на самом деле, если здесь более пикантный, да, такой вот составчик получился у нас. То есть она с легкой остринкой, такой интересным ароматом. Здесь она более нежная. Ну, нежная это и та, но имеется в виду, что по вкусовым качествам, да, это такая, в общем, полагиднее, понежнее немножечко. Ну и, конечно, с салатом, с багетом, это просто сказка. Ребята, все как всегда получается, все как всегда незамысловато, просто, занимает не так много времени на самом деле. Но единственное, что скажу, что вот этот вот рулет, наш шашлык, да, он все-таки немножко дольше жарится, чем просто филе, как вы понимаете. Здесь очень быстро, если это там минут 5 до 7 минут, она готова. Здесь реально минут 10 там, до 15 нужно подержать. Ну, зависит от того, какой жар, конечно. Ребят, в принципе, все хорошо, все получилось. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте обязательно лайк под этим видео. И, конечно, будьте с нашей мужской кухней. Всем до скорых встреч. Пока.